Всем доброго времени суток. Очередную бандероль получилась с Китая. Сейчас распечатаем, посмотрим, что у нас здесь. Так. Это у нас вот такой вот кубик. Так, заказывал его на сайте GearBest. Там стоимость, по-моему, 50 или 60 центов. Как всегда, буклетик GearBest. Навес невесомый. Ну, в общем, это вот такое вот типа решение задач 3-7, сколько будет для детей. В общем, такая вот развивающая безделушка. Как я уже говорил, стоимость его 60 центов. Здесь вот наклеечки такие, я так понимаю, ну, на ощупь оно как даже не пластмасса, не поймешь, что качество отвратительное. Ну, соответствует цене. Доставили его очень быстро, порядка 2 недель. Заказывал, как вы видите, на сайте GearBest. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.